Дизайнер на самом деле может быть кем угодно. У меня 40 минут доклада еще осталось. Эх. Дизайнер может быть врачом, няней, строителем. Он может составлять списки на Spotify, есть даже такая профессия. Кем угодно. И все эти превращения, они обеспечиваются эмпатией. Про это был предыдущий доклад. Но этого недостаточно. В дизайне есть логическая, рациональная сторона. Мы к ней часто обращаемся, но на самом деле мы называем ее как угодно. Интуицией, здравым смыслом. Я статью прочитал, как угодно. Но у них есть конкретное название и определение, и основатели. И я расскажу вам про эти законы, о том, как они помогут облегчить жизнь вам и пользователю, в том числе, самое главное, пользователю. Что же, начнем. Первый закон Фитца, я думаю, большинство, возможно, знает о нем. Он гласит о том, что чем больше объект, меньше расстояние, тем легче в него попасть. Очевидно, верно? Как он применяется в UI-дизайне? Мы можем видеть, что в последнее время наблюдается тенденция размещать все важные навигационные контролы в нижней трети экрана. Как бы неспроста, потому что, в принципе, человек не сконцентрирован на приложении, он не сконцентрирован на телефоне. Мы очень многозадачны, мы все время что-то делаем параллельно. Мы скроллим ленту Твиттера, готовим еду, бежим в метро, читаем Фейсбук. И все это делается с помощью вот этого большого пальца. То есть закон Фитца говорит о том, что мы должны разместить элементы таким образом, чтобы они были на достаточном расстоянии, чтобы избежать мисклика, но достаточно большими, чтобы по ним попасть. Просто, но может увеличить engagement, не знаю, миллионы раз. Следующий закон Хиггса. Я просто обожаю ученых с короткими именами. Окей, оно говорит о том, что чем больше у нас выбора, тем сложнее дается решение. Мы каждый день наблюдаем это в своей повседневной жизни. Я, например, если прихожу в супермаркет, я просто сдаюсь, серьезно. У меня есть конкретный список покупок, но конкретно вида макарон может находиться миллионы, тысячи, и я просто не знаю, что решить. Соответственно, чем больше у нас вариантов, тем сложность как бы увеличивается логарифмически. Поэтому с этим что-то надо делать. Вот пример, как не стоит делать, потому что этих статей на самом деле нашлось в Гугле больше, чем, не знаю, где-то раз 20 больше, чем тут опций. Ну, то есть, как минимум, две страницы заняты этим были. Это беспокоит людей. Меня лично, как пользователя macOS, это раздражало в первое время. Почему эта штука не работает? Тут есть две причины. Первая, я переложила на пользователя рутину операционной системы. Это мою проблему никакую не решает. Обновление не моя проблема. Проблема macOS. То есть в идеале, если бы эта штука происходила на фоновом режиме автоматически, если бы мне нужно было что-то поменять, я бы обратилась в настройки. Вторая проблема, что множественность выбора. Для такой рутинной задачи выбора слишком много. Скорее всего, я выберу либо первое, либо последнее. Я думаю, многие так делали. Лишь бы это исчезло. Особенно, когда митинг. Очень мешает. Вторая проблема. Возможно, вы слышали об этом случае. О гавайской миссил, ну, проще говоря, баллистической ракете. Слышали или нет? Да? Отличный случай, да? Говорит о том, что дизайнер — это социоориентированная профессия в первую очередь. Мы влияем на настроение людей очень даже. То есть для тех, кто не знает, краткий спойлер. В один прекрасный прекрасное утро в штате Гавайи тысячи людей получили уведомление от телефона. Через 40 минут тут приземлится баллистическая ракета, найдите убежище. И люди в этот момент думали, что же мне сделать, попить вина, подумать о своей жизни, искать убежище, обнять жену, что? То есть, представляете себе, 40 минут, просто что бы вы делали? Когда оказалось, что это была ложная тревога, решили посмотреть, как выглядел
монитор оператора в это время, процесс принятия решения. Честно признаться, я бы не обвиняла этого парня. Серьезно. Простите его. Потому что я бы тоже запуталась. То есть тут проблемы следующие. Во-первых, это довольно важное решение. Если это важное решение, делайте подтверждение. Не знаю, двойной ключ, что угодно. Второе, тут нет никакой визуальной дифференциации вариантов. Очень часто в обычной жизни, если мы не говорим про баллистические ракеты, у нас есть популярный выбор. Smart defaults, как угодно. И этот популярный выбор можно закрепить вверху списка. То есть отделить как-то визуально, чтобы он всегда был на виду. В принципе, люди часто будут его выбирать, вместо того, чтобы скроллить бесконечный список. И, к слову, дропдаун не всегда лучшее решение, в принципе. То есть множественность выбора, отсутствие визуальной дифференциации, мы получаем уведомление на телефон, которое говорит, что все же закончено. Окей, кстати, дизайнеры, можете просто посмотреть мемы по этому поводу, предлагали варианты, как можно было это решить. Мне нравится, лучший, я считаю, победитель. Следуя из закона Хиггса, есть такой эффект von Restorff. Я обожаю также немецкие фамилии. Он говорит о том, что если у нас есть множество похожих объектов, но один из них чем-то отличается, скорее всего, мы обратим на него внимание, выберем его. Чем это нам поможет? Поскольку у нас есть проблема, много выбора, мало времени, мы должны помочь пользователю как-то обратить внимание на лучший вариант. Возможно, на лучший вариант, согласно исследованиям по мнению пользователя, но иногда маркетологи любят нарушать дизайн-этику и предлагают, допустим, вам какой-то pricing plan, который, в принципе, невозможно не лучший из тех, что есть, но вы, скорее всего, выберете его, потому что вы обратите на него внимание. Это решит вашу проблему. Вы не думаете, в принципе, если не дотошный человек или вам важно эти $200. Вы выберете средний вариант. В принципе, это пример того, как можно помочь пользователю решить. Не выбрать количество вариантов, но помочь решить. Следующий закон, он довольно интересный, потому что он имитирует работу мозга как компьютер. Считайте, что мы компьютер. У нас есть оперативная память. Она ограничена довольно-таки. Мы очень плохой компьютер, старый. Вот, мы туго соображаем, особенно по утрам. Лично я абсолютно не могу. И во время докладов. И у нас ограничена оперативная память. Мы можем в своей оперативной памяти хранить не более чем 5-7 вариантов в среднем. И как это работало раньше? Это довольно старый редизайн, но очень показательный. Не хочу обвинять меню гамбургер, все его обвиняют. На самом деле он не хороший, не плох. Просто этот паттерн иногда неверно юзают, не в правильном контексте. То есть в чем тут проблема? Когда все пункты меню спрятаны в гамбургере, я должна помнить, должна знать, какие айтемы за ним скрываются. Тут же, в принципе, все на виду или прогрессивно раскрывается со временем. Возможно, тут кому-то бы не хватало подписи к иконкам, так второй вопрос. Но сам факт. Я не храню в памяти информацию о том, что под этим меню. Я ее разгружаю. Второй пример, довольно простой. У нас есть какие-то большие формы. В принципе, мы не любим заполнять формы. Если мы слышим налоговые декларации, мы пугаемся. Я так точно. Ну, бывает, должно же что-то быть, правда? Окей. Так вот, мы можем поделить эту большую форму на удобоваримые куски информации. И кроме того, что мы как бы облегчаем их заполнение, мы просто такой вводим пользователя в туннель, такой визард. Он просто заполняет и жмет далее, далее, далее. Он не думает особо, у него нет вариаций. Закон Хиггса мы помним. То есть он постепенно заполняет информацию. Кроме того, мы можем показывать статус, что все заполнено на предыдущем шаге. Я не держу в своей оперативной памяти информацию о том, все ли у меня там хорошо, не забыла ли я какое-то поле заполнить, есть ли у меня там ошибки. Я это перегружаю на статус. Статус системы, фидбэк частично как способ разгрузить нашу память. Нужно давать его чаще, ну, как только это целесообразно. Вот, интересная штука сейчас будет.
Скажите, пожалуйста, кто ходит в супермаркет без списка? Гоча! Я буду выбирать среди вас. Отлично. А кто согласится поучаствовать в маленьком эксперименте? Он легален. Ты? Ну ты же сказал, что ты ходишь со списком. Ну ладно, не важно. Ты мне нравишься, у тебя борода хорошая. Окей. Отлично. Не, вам не нужно выходить. Я не говорила выходить, правда? Окей. Смотрите, все довольно просто. Вы просто смотрите на этот слайд где-то, ну, секунд 3-4. Лучше достаньте телефон, наверное, или что-то в том роде. Не фотографируйте только, окей? И постарайтесь записать количество слов, которые вы запомните. А я пока попью воды. Количество слов, которые вам удалось запомнить. Сами слова, Могу дать ручку и бумагу. Олдскульный способ. Мне лично нравится. В общем, 3-4 секунды в среднем. И зачем это все, к чему я веду? Из закона Миллера, может, есть еще один такой саб-закон. Он говорит о том, что мы запоминаем не только ограниченное количество айтемов, но еще и далеко не все. Сейчас узнаем, какие, скорее всего. Как успехи? Можете соврать. Я не буду проверять сильно. Не. Хорошо. И сказать сколько? Я поверю на слово. 7? О! А у тебя? 2. Ну, среднее получается, сейчас мы видим. А если... Хорошо. Хорошо, сейчас сравним, какие. Какие вот средние попали? Да ладно, ты вундеркинд, я зря тебя выбрала. У тебя... 2 верхних? Ладно, ты мне больше нравишься. Ты подходишь. Хорошо. Ладно. Окей. У меня лично получалось в среднем где-то 5-4, и то первые и последние. Но для чистоты эксперимента я была в одиночестве, поэтому как бы не было аудитории. К чему я веду? Мы запоминаем ограниченное количество айтемов, там, кроме того, только первые и последние списки. Где это используется? Это, кстати, называется эффект суперпозиции или several position effect. То есть используется это в лендингах, как ни странно. Это вы точно замечали, этот паттерн на всех лендингах. Всегда есть какое-то ключевое действие на первой странице и в футере. Все то, что между ними, в принципе, игнорируется. Очень часто это используется еще в e-commerce, когда происходят большие скидки, там Black Friday или что-то в этом роде. Все скидки размещают в начале, какие-то hot items. Все остальное идет своим чередом. То есть не в середине, не в конце, а вот в начале. Такая уж наша природа. Итак, суммируя все то, что тут происходило. Все эти когнитивные законы, они на самом деле гигиенический минимум. То есть они довольно очевидны, но про них часто забывают, потому что не знают определения. Я когда была начинающим дизайнером, я не знала определения, не знала, как это называется. Если это было у меня известно ранее, бы сэкономили себе и другим людям просто уйму времени. Так вот, суммируя, первое, нужно избегать лишних деталей. То есть я не говорю, что это должно быть примитивно. Должно быть, что каждая деталь дает 80% профита. Возьмем, к примеру, загрузку. Да? У нас медленно работает приложение, разработчики этого. Тут есть? Ага, да. Медленно работает приложение. И... Окей. Просто что делать в таком случае, если довольно медленно загружается приложение, но нужно как-то все-таки смягчить этот опыт. Вместо, допустим, infinite loader, который, в принципе, несет минимум информации, одну информацию несет, что-то загружается, можно, допустим, использовать скелетон-загрузку. Слышали, возможно, о ней. Показывать layout в то время, как загружается контент. То есть ты уже знаешь, что где будет размещено. То есть маленькая деталь дает очень много результата.
избегать ручной работы. Что я имею в виду? Ручной работы пользователя. Если, допустим, у нас есть форма, он пишет location, выбирает, допустим, USA, вы просите от него zip-код. Если есть возможность линковать zip-код и location, лучше так и сделать. И уже сразу подобрать, написать zip-код. Скажем так, я не помню никогда свой zip-код. Честно признаться, я не хотела бы отвлекаться с приложения, писать zip-код. Это как пример. Второе. Вы про это говорили, давать всегда фидбэк, чтобы разгружать когнитивную нагрузку вообще, чтобы я не думала, что с этой информацией произошло дальше. Допустим, если я отправила письмо, я бы не против получить фидбэк, что оно отправлено удачно, вместо того, чтобы чекать почту все время. Вот. Третье. Минимизировать количество вариантов или вынести рекомендуемые варианты на видимое место, приоритизировать каким-то образом. И четвертое, я про него расскажу отдельно, это UX рефакторинг. Довольно важная вещь. А у разработчиков есть понятие технического долга. У дизайнеров оно тоже есть. Называется оно UX debt, UX долг. Оно частенько появляется тогда, когда много разных команд дизайнеров работало над одним продуктом за какой-то период времени. Они каждый оставили свой какой-то след. Не всегда приятный потом его с ним работать, но факт. То есть рефакторинг, допустим, если UX рефакторинг, мы можем упустить UI рефакторинг. Предположим, что вы сделали все правильно, flow, failure flow, все абсолютно. Но тем не менее, важно также приоритизировать информацию. Это также разгружает мою когнитивную память. Если я смотрю, если я смотрю аренду жилья, то, скорее всего, меня интересует две информации. Сколько стоит и сколько человек может разместить. То есть UI-дизайн также важен, то есть, в этом плане. И поскольку простая алгебра у нас закончилась, давайте поговорим про что-то более интересное. Это тема хайповая. И хайповая она только потому, что часто artificial intelligence противопоставляют нам, но не смотрят на так, как бы дать ML и AI нам в помощь. То есть я это рассматриваю, что AI не заберет нас рабочие места. Точнее, нет, плохие новости. Он заберет рабочие места, но только тех дизайнеров, которых может заменить им. Пока что ситуация такая, что AI не способен эмпатии. Он не способен к человеческим ошибкам. То есть пока это возможно, у нас есть работа, у нас всегда она будет. То есть, скорее всего, мы будем даже проектировать AI. Я очень рекомендую дизайнерам немного вникнуть в machine learning сейчас. Просто посчитать для себя, есть доступные ресурсы. Что такое reinforcement learning и тому подобные вещи. Потому что это то, для чего мы будем дизайнить когда-нибудь. Так вот, сейчас, в принципе, первые два пункта, они уже есть, присутствуют. Возможно, слышали системы от Squarespace, где можно уже сгенерировать layout. Все эти вещи типа color combinations и тому подобное тоже можно под настроение и под стиль компании, под брендинг сделать. Про ручную работу. Adobe предлагает также систему, которая, скажем так, пусть может закропить фотографию под блок. То есть мы не делаем ручную работу. И вообще в этом плане мне это все начинает нравиться, потому что у меня есть такая не то чтобы мечта, но желание, что от идеи, моей идеи, до исполнения было минимальное расстояние. То есть, чтобы вот эти все штуки, я вот сказала, что делать, они были сделаны. А теперь тут интересно. Кстати, если есть вопросы во время, можно задавать их. Окей. Теперь такая вещь. С помощью AI и ML стало возможным вообще убрать интерфейс как такой, потому что интерфейс — это преграда. Мы дизайним преграды по факту. То есть эти сначала чат-боты, теперь, допустим, Google Duplex, кто видел презентацию. То есть для этого нам не нужен визуальный дизайн, скажем так. И для этого тоже нужно учиться дизайнить. Но самая главная проблема — это последняя. Про нее очень редко говорят сейчас, но я считаю ее по-своему актуальной. Я объясню, почему. Слышали ли вы ситуации от Facebook, которой, вы уже знаете эту фишку, когда вы с кем-то дружите, год спустя у вас появляется совместное воспоминание, и вы просто проигрываете эти видео. Так вот, была такая ситуация, не совсем в тему, но очень показательная.
у одного отца умерла дочь год назад. И однажды он открыл Facebook и увидел ваши воспоминания счастливые год назад. И это сгенерировала система. Она бездушная, она не понимает, что у него потеря. И вот эта вещь, она говорит о том, что если мы что-то скармливаем алгоритмом, это что-то может преобразоваться в какой-то совершенно неэтичный результат. И мы это проконтролировать не сможем пока что. То есть это то, о чем нужно подумать, я думаю, даже поговорить после доклада. У меня все. У меня ник везде одинаковый, поэтому это удобно. Пишите. У кого есть питання? Круто. Тогда, наверное, перерыв. Гаразд. Ми зараз зробимо коротку перерву, буквально хвилин на 10, так як у нас зараз 8.25, то давайте, будь ласка, о 8.40 всі повертаємося в зал для останньої доповіді. Вона буде відбуватися у форматі інтерв'ю. Розважайтесь, відпочивайте, набирайтеся сил і побачимо через 15 хвилин.